Всем ассаламу алейкум, друзья. Как я обещал, на каждый ваш комментарий я сделаю видео. Чуть была проблема, не получался. Я обещал, каждый 4 день будет видео, друзья. Вот делаем видео, друзья. Сейчас я показываю, как вот наша система работает, цепь. Как лежит бички, вот эта система, чем хорошо. Они между собой дерутся, почему не дерутся. Вот очень много вопросов. Как ваша цепь, вот как лежит, почему лежат, почему на цепи, на шее, почему на шее. Они между собой не дерутся. Вот таких вопросов очень было много, очень много. Сейчас я вам показываю, друзья, как наша система работает, друзья. Сейчас я вам на пустое место показываю, я думаю, будет хорошо. Сейчас, друзья, смотрите, вот здесь пустое место. Сейчас как система работает, друзья. Вот, друзья, смотрите, вот. Вот один длинный сейф, вот, смотрите, друзья. Вот, смотрите, я сначала внизу показываю, вот смотрите внизу как. Вот, вот это здесь, вот это будет шея, вот здесь шея бывает, вот смотрите, или голова, как вам сказать. Вот, друзья, вот, когда сидит, лежат, вот так работает, вот смотрите. Вот. Вот так работает эта наша система, вот вниз, вверх. А почему не на рога? На шее, когда будешь завязать, друзья, лучше набирает, чем рога. Какой-то там процент на, как бы на рога плохо набирает. Вот смотрите. А когда у вас бички маленькие или без рогатый, вот можно вот так. Два вот таких, три короткие делаешь, он не выскочит. Эта система очень хорошая. Вот смотрите наверху какой. Когда бычки что-то будет, вот ты можешь легко снимать его, отпускать вот еще. Когда большой станет, и ты больше и больше отпускаешь его, вот смотрите. А вот таким система тоже ты можешь место для один бычок, сколько хочешь, сколько экономишь. Они между собой не могут драться, смотрите, друзья. Смотрите. Эта система очень хорошая система. Между собой не может драться, и ты можешь сколько хочешь места можешь экономить для один бичок. У нас вот 91 место. А когда ты на рога делаешь, просто других система надо не меньше метр, больше метр. Вот смотрите, вот так, друзья. И ждите следующее видео, сделаем, как еще спросили, как надо солдовать расход на 10 бичок. Вот так, друзья. Из вас лайк, ставьте лайк, чтобы другие смотрели, друзья. Вот, ставьте лайк, чтобы другие смотрели. Вот так. Еще что вам показывать, друзья, пишите на комментариях. Вот сейчас мы даем кол. Давай я один талерка дам кол, смотрите. Вот, вот здесь 3 килограмм, вот так. Еще вот так добавка. Всем спасибо, друзья. Ставьте лайк, чтобы другие смотрели.